Губернатор Тверской области Игорь Рудений, представители компании «Трансмаш Холдинг» посетили производственные площадки в Тверской области. Гости побывали в промышленном технопарке в Твери, а также на Торжокском вагоностроительном заводе. Подробности в материале нашей съемочной группы. В Твери компании КСК при поддержке правительства региона создается первый на территории Тверской области частный промышленный технопарк. Проект стартовал в 2018 году, а в конце 2020-го здесь открыта первая очередь производства. Сейчас на площадке расположены 8 организаций, в которых трудится более 1000 человек. Предприятия промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов промтехнопарка КСК выступают предприятия, входящие в состав «Трансмаш Холдинг», в частности, Тверской вагоностроительный завод. Сегодня инвесторы выполняют самую главную роль в сложившихся экономических условиях, в которых находится Российская Федерация. У нас появились новые возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. И, конечно, основная нагрузка в этой работе, основная роль принадлежит именно инвесторам, тем людям, которые сегодня занимаются этой работой. Они не просто замещают, они вводят и развивают новые технологии. Еще одна крупная тверская площадка машиностроения – ПК «Транспортные системы». Здесь серийно выпускают низкопольные трамваи. На территории Российской Федерации эффективно эксплуатируется более 280 вагонов, в том числе модели «Витязь-М» в Москве. Также благодаря сотрудничеству с «Трансмаш Холдингом» возобновилась производственная деятельность на месте бывшего Торжокского вагоностроительного завода. Как отметил Кирилл Липа, на протяжении последних лет здесь развивается принципиально новое производство. Торжокский вагоностроительный завод будет производить специальные виды пассажирских и не только вагонов. Основная задача заключается в том, чтобы здесь развить уникальные компетенции, дав возможность Тверскому, в свою очередь, вагоностроительному заводу сосредоточиться на массовом серийном производстве. Загрузка Тверского завода очень высокая. Каждый год завод производит более 1300 пассажирских и, так сказать, вагонов и вагонов, сделанных на их основе. Это почтово-багажные вагоны, иного типа вагоны. Основная задача заключается в том, чтобы повысить качество, повысить производительность труда, увеличить выпуск на Тверском вагоностроительном заводе. Также в ходе рабочей поездки в Торжокский район глава региона Игорь Руденя вместе с представителями «Трансмаш Холдинга» посетили Митинский детский дом. Высокие гости стали зрителями товарищеского матча по мини-футболу между командой воспитанников детского дома и футбольного клуба «Тверь». Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу хозяев поля. Победители получили в подарок новые футбольные мячи.